Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в наши руки попал новый бак от компании Vismec под названием Trav. Бак поставляется в пластиковом прозрачном тубусе. На лицевой его стороне указано изображение бака, логотип компании и название атома. На противоположной стороне указана комплектация. Открываем крышку и сразу же видим сам бак в стальном цвете. Под поролоном разместился испаритель на сетке с сопротивлением в 0,35 Ом. Его можно парить на мощности от 30 до 50 Вт. Зиплок с запасными О-рингами и заглушкой. Запасное стекло объемом 6,5 мл. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Объем бака 6,5 мл. Высота вместе с дриптипом составляет 50 мм. Диаметр по бабл стеклу 30 мм. Диаметр у основания 28 мм. Вес 61 грамм. Сверху разместился долериновый дриптип с легким узором. Он устанавливается в крышке, внутри которой находится один большой О-ринг. Все держится плотно и надежно. Крышка открывается при помощи специального выдвижного механизма. Она закрывает большое отверстие заправки. В нижней части находится обдув с довольно большими отверстиями для забора воздуха. У поворотного кольца есть стоп, так что крутиться на 360 градусов оно не будет. Пин позолочен. Внутри бака установлен испаритель на сетке с сопротивлением в 0,2 Ома с рекомендуемой мощностью парения от 30 до 70 Вт, но мы рекомендуем парить его на мощности 50 Вт. В качестве наполнителя используется смесь хлопка с древесной стружкой. Главная инновация данного испарителя заключается в том, что каждая сетка имеет свой независимый хлопок с отдельными отверстиями для подачи жидкости, что положительно влияет на пропитку испарителя и продлевает срок его службы. Заправим бак и попробуем его. Вкусопередача у бака достойная, пар прохладный и его достаточное количество. При полностью открытом обдуве затяжка очень свободная, но за счет того, что отверстия широкие, ее можно с легкостью отстроить под свои предпочтения. Спасибо за просмотр, с вами был CigaretteNetBuy и до встречи на нашем канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео и подписывайтесь на наши соцсети, все ссылки есть в описании. Ну как тебя? Ощущаю древесную кору.